Ваше настроение? Ну, положительное. Да, операцию ждали? Очень долго ждали. Долго ждали. А на что надеетесь? Вот что после операции? Чего ожидаете? Вот тремера, чтобы не было вот такого. Да? Да. Полноценно жить. Она помнит, как заболела. Сначала стал меняться почерк, потом Лидия с трудом могла держать ручку. Диагноз — болезнь Паркинсона — разделил жизнь на до и после. Последний год вообще сижу дома только, одеваться тяжело, двигаться. Этот день воспитатель детского сада ждала несколько лет. В Федеральном центре нейрохирургии болезнь Паркинсона лечит по уникальной методике. Операция на головном мозге бескровная, а пациент все время находится в сознании. Чтобы мы видели сразу на операционном столе, какой эффект мы получаем, отсутствие побочных эффектов, то есть чтобы все было хорошо. С помощью небольшого прокола хирурги будут добираться до патологических нейронов и отключать их. Но сначала просчитывают все до мелочей. Даже крошечная ошибка может привести к необратимым последствиям. Мы имитировали саму операцию на этом фантоме. Вот видите, вот инструмент, с помощью которого будем отключать эти патологические нейроны. Вот он. Мы полностью все отмерили, проверили, все точно попадает в цель. Вот хирурги начинают операцию, и тремор пропадает прямо на глазах. Раз. Ага. По речи что? Изменения есть в речи? Подбородок вроде тремора нет, да, больше? Нет. Врачи прислушиваются к каждому слову пациентки. То просят сжать руку, то подвигать ногой. За разговорами Лидия даже не заметила, как пролетели несколько часов на операционном столе. Слушается рука. Так хорошо или лучше вам сделать? Или так оставить? Сейчас приблизительно на 40 лет. Вам на сколько? На 20 сделать? В конце операции пациентка уже улыбалась. О своей болезни она скоро забудет навсегда. И эти операции, они очень эффективны. Они относятся к разряду тех редких операций, которые не просто улучшают состояние, но они полностью, если при правильно выполненной технологии, если ты полностью отключил эти патологические нейроны, они полностью излечивают пациента. И в этом очень большой плюс. То есть одна операция, человек излечен. После операции на головном мозге у Лидии лишь небольшая слабость. Уже через несколько дней ее отпустят домой. 3 года только жила просто операции. А мне все хуже и хуже было. Исполнилось желание все мое. Дарина Яранцева, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.